«Чижик, Чижик, где ты был?» Кто не знает эту песенку, знают все. А вот все ли видели саму птицу? Каков он, этот всемирно известный Чижик? Он маленький, 12 сантиметров в длину, зеленовато-желтенький, с черной шапкой на голове, черным горлышком, черными поясками на крыльях и черным кончиком хвоста. Чем не красавец? Это самец-чиж. Самочка чуть скромнее, ну, так бывает у большинства птиц. Чижик весьма многочисленная и широко распространенная птица, водится по всей Европе и Азии, повсюду, где только есть лес. Любимым местопребыванием чижа служат большие старые хвойные леса, в которых он гнездится и проводит большую часть лета. Характер у чижика милый и привлекательный. Эта птица всегда бодрая, веселая, смелая, очень ловко лазает и подвешивается вниз головой к самым тоненьким веточкам. Чиж общителен, миролюбив и доверчив. Пищу взрослых чижей составляют главным образом ольховые семена, а также березовые, еловые и сосновые. Как только созреют семена в ольховых шишечках, чижи тотчас же принимаются за них. Поэтому самые большие стаи этих птиц и встречаются обыкновенно в ольховых рощах, ольшанниках, отчего чижика называют также иногда ольховым чижом, в отличие от березового чижа, как называют иногда чечетку. Во время полета чижик постоянно издает свой призывный крик, звучащий вроде «Чижик», откуда, вероятно, и произошло название нашей птички. Осенью чижи сбиваются, как и щеглы, в большие стаи, иногда численностью до тысячи и более штук, и кочуют по ольшанникам и березнякам, подвигаясь постепенно на юг. К началу весны стаи чижей снова прикочевывают к своим родным лесам, в которых в это время года накрыт для них обильный стол. Вот так-то. Теперь мы наверняка знаем, где был наш чижик.